Совсем скоро квартиры этой десятиэтажки наполнятся детским смехом и ароматами пирогов. В числе новоселов здесь будут и 15 самарских семей, которые сменят свое ветхое и аварийное жилье на современное и уютное. Квартиры полностью готовы к проживанию. Единственное, чего здесь не хватает, так это вещей и мебели хозяев. А так есть практически все. Обои на стенах, линолеум на полу, а на потолке даже пожарная сигнализация. По муниципальному контракту городская администрация принимает квартиры от областного фонда жилья и ипотеки. Он должен передать в собственность города почти треть от того, что построил. Квартиры с чистовой отделкой по так называемой государственной цене. 33 тысячи рублей с небольшим за метр. Поднять стоимость мы сами не можем. Это государственная программа, участником которой мы являемся. И у нас есть региональная стоимость жилья, которую устанавливает Министерство строительства Российской Федерации. У нас фиксированная стоимость квадратного метра, в данном случае 33 342 рубля. И выше стоимости этой мы не могли. Этот дом первый, образец, пример, яркий пример механизма реализации государственной программы по развитию жилищно-строительства Самарской области, где город с областью совместно работают, предоставляется земельный участок, муниципальный контракт. Это не последний дом в программе. Вот, кстати, напротив строятся еще две секции, в котором также большая часть квартир будет предоставлена городу. Всего в этом году для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья муниципалитет приобрел 144 квартиры. В следующем в планах покупка еще 360. Марина Матвеевна, Станислав Левин. События.